Це найбільше опухоль 5 на 4. Направили в Київ на операцію. Ну я не потягнула цієї операції, там дуже багато грошей, але в мене посередньо немає. Значить, ще раз, на даний момент у вас, ви так много говорите, смотрите, у вас нету почки. И в другой почке проблемы. Надпочечник, на надпочечнику опухоль, и почка ця с камнями, что осталось, и хронический панкреатит. Значит, у вас в другой почке у вас камень, камни, да. Опухоль. На надпочечнику, не на почке, на надпочечнику. Ага, и панкреатит. И панкреатит, есть и панкреатит, а то полинефрит. Панкреатит это поджелудочная, полинефрит это почка. Я понял, хорошо. Я вам скажу, что... вот то, что мы говорили. Мы ищем выхода. Такое с нами произошло. И вопрос, является для нас Иисус живой личностью? Или это просто абстракция? Если Он для нас живой, можем ли тогда получить от Него? Он живой. Это первый шаг. И если Он живой для вас, и в данном случае... Я говорю вам, верите ли вы, что у вас может прямо сейчас появиться почка? Верю. Я верю, я молюсь постоянно, верю. То есть вы ожидаете? Да, да. Вы ожидаете, но ваше ожидание еще не происходит? Ну, я робила УЗИ, но еще не было. Ну, стремление хорошее. Я вам скажу, как происходит чудотворение. В Слове Божьем написано, что Бог благословил нас всяким духовным благословением на небесах. А в другом месте написано, что сила Божия через нашу веру готова принести то, что нам приготовлено, наше наследие. Как это происходит? Это происходит. Я благодарю тебя. Благодарю тебя. За почку. За почку. За мой новый орган. За мой орган. Каждый может говорить внутри тебя тот орган, который ему нужен. Иисус, спасибо тебе. Через твою жертву я получил доступ к престолу благодати. И это уже мое. Это мое наследие. Мой орган. Это мое наследие. Отец, я принимаю. Не существующий, как существующий. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Отец. Отец, я принимаю, благословение. Мой орган. Мой орган. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя за то, что ангелы Божии сейчас приносят мой орган. И здесь. Во имя Иисуса Христа я говорю, новый орган, почка, будь. И вот смотрите, что-то начинает происходить. Как будто что-то... той области начинает как щекотать, начинает там что-то щипать, и как будто начинает давление какое-то поднимать. Сейчас Бог вставляет сейчас новый орган, новую почку. Господь, спасибо. Спасибо. Освобождаетесь вы от болезни, освобождайтесь от рака, освобождайтесь от опухоли. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас надпочечник освобождается. Опухоль уходит вон из тела. Во имя Иисуса Христа. Панкреатит уходит. Поджелудочное исцеляет. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Благодаря твоим ранам. Благодаря твоим ранам. Я исцелена. Я исцелен. Аминь. Аминь. Хорошо, открывайте глаза ваши. Рассказывайте. Вот такая, ну, понимаете, вот типа немая все тело, такое состояние.
что-то сверху льется. И продолжает литься. Да, да, сверху. Наполняет, да? А вы что там чувствуете в этом месте, где почка? Ну, где вот там отсутствовала раньше почка? Я с отростки ему щепнула и все. Да, чуть-чуть, очко, и так бишь ничего, ничего. Просто всякие вот такие как вотины. А у вас боль была в теле? Боль? Раньше. Сейчас? Там ничего, у меня просто тощий жар, триты там разные. Но я уже самое главное сказала, тут, чтобы почка была. Она тягала тебя. Хорошо. Скажите, это там опухлость или камень почки мешал вам? Ну, у мене оце ота опухоль, вона не постійно боліла, а це іменно там місяці 2-3 проходить, іначе вона, у мене така тупа, ну і ще боль. А тоді воно десь неділь-дві поболить, я не можу ні перевернутися, нічого, а тоді ну, проходить опять починає. Якщо ви зараз почуєте наклонятися там, ну, щось робити, ви можете перевірити це? Ну я так як дихаю дуже, мов так дуже той чувствую, що там мова там щось колька, як дуже так глибоко дихаю вроді. А так. Ну, нічого не чути так. Воно глибоко наповнює. Дихайте, дихайте. Отак, наповняйте шарик. Ну, нічого не чую, не чую. Нічого не чую, не чую, нічого. Щезло. Щезло. Слава Господу, слава Господу. І почка ваша чичат появилася. І нова почка в мене, нова почка. І новина починька, я повністю здорова і зелена. Амінь, амінь, амінь. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Все, а талюта только тепер пойти в УЗІ узнати там. Поділати, у вас буде живе свідчення. Хорошо. Чудо. Будет.